Раз, два, три. Проверка звука. Звук есть. Отлично. Одну минуту тогда ждем. Извиняюсь, немножко опоздал сегодня. Готовим вопросы, ответы. Сегодня гостей нет, никого нету. Темы тоже нет. Сегодня любые вопросы. Так, отлично. Включаю тогда запись, наверное. Через минуту и поедем. Да, видео показывать нечего адджекеры так ладно включаем запись всем привет сегодня у нас 20 ноября Сегодня будут ответы на вопросы тех, кто присутствует на лайве. Напомню, лайвы идут каждый понедельник, четверг, 21.00 по Москве. У меня это уже 22, у кого-то по-другому. Модераторов у нас нет. Всем добрый день, добрый вечер, у кого как. Пишите вопросы, попытаюсь ответить. В принципе, рассказывать особо нечего. Так, пошли вопрос, отлично. Андрей, есть вопрос, нужно ли отключать автоматическую рекламу, если собираешься снизить цену на товар? Ну, мне кажется, это вообще не взаимосвязано никак. Я понимаю, когда вы делаете раздачи и вы цены поднимаете, опускаете, там, да, как-то влияет. Здесь автомат, он. Первостепенная задача всегда автомата и сбор статистики. Статистика на начальном этапе, на там, я не знаю, когда у вас зрелый товар, неважно. Вы всегда постоянно ищете какие-то новые ключи, которые генерируют продажи. Потому что невозможно предугадать, по какому ключу могут продавать ваш товар на Амазоне. Потому что. Продажа вашего товара зависит не только от ключей, не только от того, насколько он релевантен и так далее, а зависит еще бывает от таких ситуаций, когда отсутствие конкуренции. То есть вы будете находиться в, может быть, даже вообще не в релевантной нише, а ваш товар будет неплохо продаваться. Ну, торгуйте какими-нибудь полотенцами для пляжа, и а, у вас будут летом покупать этот товар рядом с детскими, там, ну я не знаю, какой-то товар, связанный там, с пляжем, с купанием но никакого отношения к полотенцам не имеющий, например. Вот и таких случаев море, потому что просто других полотенц нет. У меня товарищ сливал свои товары, таким образом в его релевантных нишах цена очень сильно опустилась, ему приходилось поштучно, по чуть-чуть продавать свои товары именно через смежные ниши. То есть какой-то товар, например, узкоспециализированный, он продавал в широком диапазоне. Да, мне показывать себя не, нет смысла. Сижу на диване. Так что, Ален, думаю, камеру бессмысленно включать. Так. Следующий вопрос, Татьяна. Приходилось ли вам запускать новый продукт в период праздников? В смысле запускать сейчас или уже после Рождества? На самом деле, <coughs> мои личные товары, я Новый год первый раз прохожу, так сильно не могу сказать. Летом, в принципе, у нас было что-то подобие Черной Пятницы, только Амазоновской. Даже затрудняю сказать. Я знаю точно, у некоторых людей просто на халяву, как лотерея, зацепились товары и стали они их очень хорошо продавать. Вот, то есть очень сложно праздники предсказать, потому что это те же самые продажи, только концентрированы определенный период времени. Я лично вижу риски для себя такого рода. Это в первую очередь трафик, то есть, если я в лето в спокойной продаже буду продвижением заниматься и буду тратить на продвижение меньше, сейчас больше. Чисто математически, потому что продаж у конкурентов больше. Вот это самые серьезные риски, но они как бы и стоят того с другой стороны. вот И кого я консультирую, с кем мы работаем, я призываю всегда на сезон внимания обращать, но косвенно. Например, при выборе товара надо понимать, что а, люди... А, ресерж делают и бывает ошибается из-за того, что неадекватные цифры имеют. Вот за счет нашей статистической таблицы, в которой мы ведем эти ниши, все-таки можно как-то спрогнозировать, что будет месяц через два, через три. Более точно, чем на глаз. А, вот, а в плане запуска товара, ну, просто бюджет надо больше, мне кажется. То есть вот сейчас я запускаю товары, но... Я их не планировал в Новый год, честно могу сказать, запускать. Просто так получилось. Потихонечку товары идут. Мы новые выбираем, новые запускаем. В январе будем запускать. В конце февраля, когда там этот Новый год закончится, китайский, и в начале марта. То есть у нас идет постоянный запуск. То есть у нас есть план в месяц, как минимум, ну, то есть в несколько месяцев, как минимум, там, группу товаров запустить. Но опять, бывает в один месяц много товаров а в пустые месяцы... А просто могу сказать одно точно, что одновременно запускать много, особенно разных товаров, очень сложно. Потому что ресурсы, во-первых, ограничены, связаны с раздачами, связаны с различными, там, ну, в первую очередь, такими вот услугами. Они ограничены, нельзя одним и тем же людям одновременно покупать одни и те же товары там, с аккаунтов, ну, связь, цепочка и все остальное. Вот много-много всяких моментов. Меня сейчас больше напрягает а, проблема с неверифаем, Потому что достаточно все на тоненьком. У кого-то все нормально, у кого-то вообще все ненормально. То есть хочется какой-то стабильности, на данный момент это не получает. Так. А, Стас. Используете ли вы ключи, которые находятся, наверное, в Стерм в рекламе PPC? Ну а, конечно, их и используем мы всю работу делаем, просто есть кто агрессивно все это делает, именно, э, то есть, как сказать, я стратегию свою раскал на той неделе, или на позапрошлой, не помню, э, я использую PPC в таком мягком формате, но вот как раз э, сезонность, сезонность э, заставляет меня PPC более агрессивно запускать, без, как вот у меня есть напарники, без набора э, приличной статистики, а больше по опыту, больше по конкретно о работе с ключами. То есть нам приходится все-таки гораздо быстрее мануал запускать. Вот как раз с Сергеем на все эти вот там и, и так далее. А, запускаем с Федором, а, запускаем более сейчас агрессивно а, PPC в, в старте, потому что очень важно мне буст, а, очень-очень важно, потому что все-таки Тактика блицкрика на старте для меня лично важна. И мы усложняем свою стратегию запуска постоянно. Нельзя сидеть только на одной стратегии и ее там, так скажем, вылизывать, чтобы она была идеальной. Она не будет никогда идеальной, что-то будет приходить, что-то уходить. Приходят новые, 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 новые возможности. Надо ими пользоваться. Ну и учиться одновременно, чтобы это было гармонично сочеталось, а не мешало друг другу. Так, дальше. Модератор, наверное, это я. Там, э, Денис. Вот. Так, есть возможность. Так, дальше. То есть для меня сервер написание лисинга и в PPC и везде это как бы основной инструмент. То есть это база, фундамент на... Мы закладываем в самом начале. Есть моменты, его можно лучше сделать, хуже сделать. Вот. Вопрос, э, насколько вы так скажем, относясь к своему товару. Я к товару отношусь нормально, ни больше, ни меньше. Просто я не собираюсь там сидеть на одном товаре а, и делать листинг там месяц, выбирать ключи, использовать миллион программ. То есть мы делаем просто базово, качественно, нормально. У меня есть свое, а, свое представление, как это делается. Оно как бы срабатывает на данный момент. Мы много брали стратегии, выбрали то, что нам более-менее оптимально. Так, Егор чтобы проверить, нужны ли сертификат на товар, говорит, что нужно создать пустой лисинг. Можно подробнее про это рассказать, как это делается, какие нюансы, что потом делать с этим лисингом, как еще можно проверить, нужен ли сертификат. <coughs> это самый простой способ на самом деле, посмотреть по опровам, то есть вы создаете, как, возьмите любой там, курс по обучению, как создать лисинг. Делаете лисинг, и вам пишут. Никаких претензий нет. Можно даже шипминг создать, ничего страшного в этом нет везде вылазят какие-то моменты в Амазон. Бывает, они вылазят через 2, 3, 4 дня. То есть, насколько рискованный товар, вы понимаете, и начинаете с этим товаром работать таким образом. Это первая стадия. Есть вот мне как раз Денис Улимченко давал э, список э, верифицированных лабораторий Амазоном в Китае. Можно туда обратиться? Наверное, можно к брокерам каким-нибудь обратиться. То есть, вариантов много на самом деле. Э, но сертификаты, патент торговой марки – это очень такая тема скользкая. Я вот честно могу сказать, невеликий специалист по этому делу. То есть стараешься как бы вот эти товары обходить. Вот у меня сейчас могу одно сказать. Моя специализация – это выбор товара и запуск товара первостепенно. Везде в остальных местах я стараюсь брать с людей, с кем я работаю. Вот. то есть кто-то, кто делает работу качественно, хорошо, то есть мы постепенно Отсеиваем, делаем команду, именно которая вот каждый занимается своим делом. И по поводу сертификации, честно могу сказать, и у меня нет такого человека, по патентам-торговым маркам есть. Вот. Просто он сам объясняет мне, что невозможно. То есть на данный момент, на сегодня, можно сделать заключение. Но завтра что будет, неизвестно. <coughs> по патентам-торговым, по сертификатам более такой момент. И за это вот о чем мы говорим, о том, что делать этот лисинг, он как раз упрощает. То есть на старте мы по крайней мере заделали листинг, нам написано, какие документы надо для опрува. Вот у меня сейчас есть такой товар, вот могу сказать честно, когда мы начинаем, вот раньше делали там за бестселлером бегали, например, вот и вот эти категории меняли. Я могу вот по своему опыту сказать точно, любые изменения на старте, любые абсолютно, какая-то временная блокировка по каким-то причинам глупым причем чаще всего, какие-то а, изменения под категории. То есть все надо спланировать заранее. Вот у меня сейчас много товаров запускается. У товаров, у которых все нормально. То есть понятно, что мы товар подготовили, нормальные фото, правильная цена. Все хорошо. Хороший бюджет на продвижение. Но, но если, не дай бог, вот где-то споткнулись, просто я не знаю, там кто-то забыл выкупы сделать вовремя, какие-то проблемы, кто-то, не дай бог, на начальном этапе кучи единиц накидал. То есть вот такие вот вещи, когда нас заметили, очень плохо влияет. У меня сейчас отрицательный опыт с подключением вот этих вот на старте. Мы хоть и делаем смену осинов, рестарты, или, например, просто рестарт полный, то есть товар уже у нас кончился, например, там, под названием какой-нибудь, я не знаю, там, бичбэк, например, он кончился. Но мы везем этот же товар, но только не на старый лисинг, а на новый. Ну, то есть 200 долларов не тратим, там распродали, новый лисинг запускаем. И вот у нас здесь проблемы с неверифаем, я по дурости прицепил свои же вот эти вот, свой, свои отзывы, все родное, нормально, прицепил их к товару. У одного а, было где-то там, ну, под сотни отзывов примерно там. Вот, а, и у одного 4,3 было звезды, или 4,4, не помню, у другого 4,5. Вот, 1,4,5 получше все-таки, а 4,3 вообще плохо. То есть, они реально, мы приняли решение, что больше так делать никогда не будем, потому что они реально тормозят наш товар. То есть, он прям вот, вот прям такой, как будто вот, вот, как я люблю говорить, хорошо заточенный нож, когда вот прям видно, вот, ты делаешь действие, и у тебя сразу результат, делаешь действие, сразу отдача. Не делаешь действие, то же самое, потому что на начальном этапе все так активно, а когда вот мы эту вариацию подцепили, вот он прям какой-то тупой, вот просто делаешь и все песок, весь бюджет воду льешь в песок, льешь, 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 пришлось даже нам отцепить вариацию, и даже в этой ситуации лучше дело пошло. Хотя мы потеряли достаточно приличный период времени, там больше двух недель ну, вот, на старте. Так что, когда рестарты мы делаем, перецепляем вот эти вот отзывы, я вот всем посоветую, честно могу сказать, не прицеплять на начальном этапе эти отзывы или вообще не подцеплять. Если подцеплять, ну, это мое мнение исключительно. То есть, мой опыт, который мне дорого обошелся, реально дорого, вот, и еще не знаю, какие будут последствия от этого. А, и мы, соответственно, всем посоветую так, что в любом случае не верифай, как были, так и есть. Отношение, отношения, отношения, должно быть, на мой взгляд, такое, что есть в любом случае не верифай, как бы они там ни были. То есть для меня это все равно буст остается, как я вот последний раз рассказывал. Это буст и это старт с отзывами. Старт с отзывами дает отличную конверсию, намного больше. Буст, как был, так он есть, когда отзывы клепают. Можно в любом случае, видимо, какие-то полезные действия делать, но не вдавался в подробности. Но для меня лично он есть, потому что я затачиваю на определенные ключи и под, подогреваю это еще и верифицированными отзывами. Вот. И удалят их, не удалят, как бы там ни было. Старт я делаю активно и нормально. Вот. Потом, значит... Потом, значит. Так, значит, дальше. По поводу, по поводу, по поводу у нас стартом все понятно. По поводу а, подключения вот этих всех верифицированных, невериф... а, неверифицированных отзывов, которые у нас остались от старого лисинга, ну, надо было, как я и планировал, подцеплять тогда, когда мы уже цепились. То есть потом уже, в принципе, я думаю, ничего страшного нет. Вполне... Вот, вполне возможно. Вполне возможно, вполне возможно. А, конечно, может быть, там, если у вас там все пятерки, может быть, это легче даст. Может, много, может, мало, надо, не знаю. Но мне это огромно негативно. Из-за этого я больше рисковать не буду. Буду стартовать все равно с неверифаем однозначно. То есть набивать свои 50-100. А, все делать, подключать PPC, как я рассказывал. Uh, все это активно, а где-то на третьей, на четвертой неделе уже тогда прикреплять, если у меня там действительно такие большие, там, количество, большое количество отзывов, туда их тогда прикреплять. Так, думаю, максимально развернуто рассказал. Так, Элдос, вопрос. Алгоритм запуска нового продукта, сколько сразу отзывов, верифай или не верифай, с фото и без, вопрос к товару, сколько выкупов в день. Uh, смотрите, 3-4 видео назад я абсолютно подробно это рассказал чуть-чуть сейчас затронул этот момент, но повторять одно и то же 10 раз не буду. А, ну, когда видно общение более живое, неважно, на диване или табуретке. Согр... согласен, Ален, но что-то кайфолом. Ториан. привет. Я запустил продукт уже три месяца, но продаж, продаж плохо. 30 ревью есть, но не могу на первую страницу попасть. Что делать? Ну, что делать? Я в вашем виде, о случае, конечно, не знаю. Вот, потому что ситуация абсолютно разная. У каждого товара своя история. Но если взять, например, за базовый вариант, что мы хотим действительно хорошо продаваться. Что такое хорошо продаваться, это, ну, я не знаю, там несколько десятков продаж в день с хорошей маржой. Вот. Мне кажется, это неплохо для нормального старта. То есть там, я не знаю, там 20 продаж в день, предположим, с заработком 8 долларов. Это в любом случае уже получается 160 долларов. Вот, и Нет. 8, да. <свят> <свят> То есть, в принципе, за месяц, <свят> за месяц неплохие продажи. 5000 долларов чистыми, я считаю, неплохо. Вот, но! Но чтобы этого добиться, вот если бы я, например, я вижу такое простое решение: это, наверное, видимо, делать рестарт, смена осины, опять же, заново набивать отзывы. Те 30, которые у вас есть. Они, в принципе, ничто. Вопрос, как их использовать. Может, их и 300 быть, у меня 300 было и ничего продаж нет. Отзывы никакого отношения к продажам не имеют. Это один из показателей. То есть, если у вас нет ничего другого, у вас хоть 10 тысяч отзывов будет, продаж у вас все равно не будет. Это не имеет значения. Имеет значение совокупность факторов, когда у вас есть и отзывы, есть и трафик, тогда грамотная цена, отличный листинг, отличные фото, то есть классное предложение, ваш товар востребованный. То есть тогда да, это все срабатывает, и отзывы а, работают на конверсии. Но если вас не видят, а если вы на первой странице не присутствуете, вас скорее всего практически не видят, у вас нет сессий, то это бессмысленно. Я вижу, амазоновская система достаточно простая. Для меня это три, так скажем, задачи. Первый, и решаем задачи по очереди. Не надо хвататься сразу там, за продажи, смотреть на продажи, какие у меня продажи, а надо сначала делать элементарные вещи. Базовые вещи мы сделали, то есть, мы подготовили товар, все готово. Вторая наша задача вторая наша задача это э, на трекере на любом, типа Амзывана, получить первой страницы. Ну, в ручном режиме просто это сделать нереально. Просто я раньше тоже как бы экономил, там у меня не был трекера, но просто без этого аналитики не будет никакой вообще. Просто она абсолютно То есть, вы вообще ежик в тумане, который вообще ничего не знает, и когда вы даже имея продажи, вы их просто рано или поздно потеряете, потому что постепенно будут приходить более активные, более грамотные продавцы, которые вас будут всегда душить, то есть это бессмысленная работа, то есть надо быть или профессионалом, нельзя там зарплату получать на Амазоне, то есть ты будешь или лучшим, или худшим. Средним вариантом, рано или поздно средних, все станут худшими или лучшими. То есть невозможно находиться вот в каком-то среднем состоянии. Ну, лично для меня, по крайней мере. На длительном промежутке времени. Вот. И это первое, соответственно, вы все вели в трекеры. И у вас, соответственно, есть несколько задач. Первая задача. Чтобы вас видели. Как это определить? Меня видят или не видят? Я считаю, лично, это надо быть на первых страницах. Топ-16. Желательно топ-10. Вот сколько у вас топ-16 в трекере написан, то есть вы там 15, 14, 10, первое место занимаетесь на первой странице, значит вас априори видят на популярных страницах, там, на высокочастотник, на низкочастотник, неважно. Но в любом случае, таких страниц, чем у вас будет больше, тем у вас будет больше сессии. Это вторая задача. То есть вторая, в принципе, основная задача, что поднять сессию. Если ваш товар <coughs> правильно, подго <coughs> правильно подготовлен, то есть он реально ну, хороший, имеет конкурентное предложение, тогда при росте сессии у вас будет прямо пропорционально расти продажи. Это априори. Я еще ни разу не видел, что такого не было. Вот. Есть, конечно, когда товары там отстой, там его выложили, даже сессии пошли. Но там можно сессии эти увеличить. Сессии это как бы переходы, это CTR, соотношение показов к кликам. Вот. Но как бы там ни было, Uh, можно там схитрить и продажи эти, Но если делать просто органически, по-простому, uh, без каких-то ухищрений, тогда, тогда можно без проблем каких-либо uh, делать продажи. У основной массы проблем, у кого нет продаж, вы можете посмотреть в бизнес-репорте. Uh, sales and Traffic, внизу посмотрите график, ну, сверху график, снизу там цифры, посмотрите, сколько у вас сессий. Вот, он ну, пойму, у меня, вот я вижу, по многим товарам, то есть, если от 100 сессий в день уже начинаются неплохие продажи. К 300 на 1 осин, ну, продажи вообще бывают даже космические. То есть, всего-навсего 300 продаж, 100 продаж в день у вас есть. То есть, это при конверсии в 30%. Вот, то есть, примерно вот такое вот соотношение 100 продаж в день, я считаю, это, это хорошо. То есть, если человек стартанул с такими продажами, имеет такие продажи, я считаю, он, 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 он ä, делает все правильно. Ну вот, то есть есть товары более конкуренции, но опять же там с большей конкуренцией там и больше финансов и больше знаний надо иметь. То есть вот и все. Из-за этого с вами я вот посоветовал бы, наверное, делать или рестарт, но опять же чтобы рестарт делать это вот опять деньги, это затраты. Надо посмотреть, может быть товар ни о чем, может быть его просто теми продажами, которые есть там через PPC или через органику слить и забыть. Часто бывает, что просто его утилизировать дешевле, чем с ним морочиться. Платить за PPC, платить за это, за то, и тем более, вот вы перечисляете вот эти 30 отзывов. Но это не показатель. То есть, это то же самое, что сказать, у меня фотографии хорошие. Так, Сергей, привет. Мы вечно опаздываем к Новому году, приходят или 31 декабря, или в январе, и все норм. Если конечно речь идет не о елках или игрушках на елках. Об этом и речь. Вот у Сергея у него опыт, он уже сколько там? шестой год на Амазоне, то есть он в Новый год работает, и я вот с ним абсолютно по стратегии, что PPC согласен, что вот этот, не надо ориентироваться на сезон. Сезон – это один из показателей. Да, он сложный. В августе, тут в сентябре только три недели. Закроется Амазон? Не закроется. Закроется. Да что об этом думать? Если в прошлом году мы ничего не знали, то да, ну, есть преп-центры, есть там, ну, ну, не получится в Новый год. Новый год и запуститься намного сложнее. И вот эта замануха там, я не знаю, обучающих курсов, приходите быстрее, чтобы в новый год запуститься. Но ну, это лоходрон просто, и так понятно, думаю, более-менее адекватным людям все это понятно. То есть это чистая э, чистая замануха. То есть сегодня будет там новый год, летом будет там, забыл, уж как там на Амазоне вот это Черная пятница называется. На самом деле работаем в рабочем режиме. Если бы у нас мы были какими-то огромными корпорациями, которые там Черная пятница и так далее и так далее. Ну, выстрелить не выстрелить. Мы же под эти товары не везем. Я вот везу просто, ищу просто товары, в которые я буду минимальное количество денег вкладывать, которые будут максимально приносить мне доход и одновременно на максимально длительном времени. Потому что, ну, вот, например, как я выбираю товары, я уже говорил, это товары, которые люди скорее будут брать дорогие, чем дешевые. То есть я как-то пытаюсь это, психологически вот этот барьер выбирать такие товары, которые там, вот, например, там, ну, кого они там больше всего люди любят? Там, детей, животных, здоровье, красота. То есть, ну, такие вот направления. Когда человек будет выбирать два одинаковых товара, и он так подумает, блин, наверное, у этого качества лучше. И э, даже пускай не так, пускай даже 50 на 50. Ну, а бывают товары, где какие-нибудь какие расходники, где главное значение имеет цена. Особенно где-нибудь для корпоративных клиентов, для там вот этот э, бизнес там и так далее. То есть, ну, мне, по крайней мере, так кажется. Я могу, конечно, ошибаться, не знаю. Так. Сейчас я вопрос обновлю. Это Сергей, запускайте 5-6 товаров из одной категории по 100 штук или 1-2. Не так и не так. На, на, все запуски у нас идут исключительно отталкиваясь от товара. Бывает и 5, бывает и 0, как получится. И запуски у нас сейчас на данный момент минимум 1000 штук одной позиции. Потому что, ну, это смешно. Я не знаю, где вы такую информацию взяли. Мы даже в том году, начиная, когда вообще только вообще ничего не знали про Амазон, начинали 300-500 штук. Потом перешли на 500. Если при более-менее нормальных продажах Более-менее Вот у меня только один товар при тысяче штуках Не вылетел в аутосток И то вот он у меня постоянно на грани аутостока И у меня производителя а не успевает сделать И когда я вот это пишу И мне люди там советуют, что сделать Да мы 10 раз больше делаем, чем а, а, Тут даже написали Дело не в этом Просто все настолько быстро развивается И в течение недели а, никогда ты не найдешь Других поставщиков Или еще какие-то такие советы бредовые вообще ну вот, но ну это просто смешно. Когда надо решить проблему за там 3-4 дня вообще глобальную. Да переговоры нормальные неделями идут. Чтобы начать с там, продавца, завод проверить там и все остальное. За это просто несерьезно. А тут борешься с аутовстоками, там, чтобы произвели там. тем более, это же не только завод производит продукт, там еще упаковку производит. Много всяких моментов. Доставка может подвести. Просто, ну, когда даете советы, вы хотя бы наперед, там, на пару шагов, прикиньте, а не просто советуете просто так. Вот. И по поводу тысячи штук, ну, я не знаю, я просто не очень дорогими. У меня есть определенный капитал, от которого я отталкиваюсь, и я считаю, что этими деньгами могу рискнуть. Вот, так что вот таким образом. И, наверное, тысячу штук лучше одну запущу, чем 500 по две. 300 я не рассматриваю вообще, то есть это не серьезно, это не бизнес. Потому что тысячи штук, вот прикиньте, тысячи штук обычного товара, даже там по 600 грамм там он весит. Это 600 килограмм. Ну, нормальные там, я не знаю. Что такое 600 килограмм? Ну, это не бизнес, это перепродажа, мелкая перепродажа. Тысяча штук, то есть, ну, какой производитель вообще, кому это интересно? Они на старте как бы там пытаются как-то что-то сделать. Ну, а 100-300 штук, это я не знаю, это детский сад, если честно. И неважно даже товар там, хоть по 50 долларов. Вот, ну если вы по 50 долларов товары идете и говорите, что я 100 штук везу по 50 долларов, да мне вообще все равно. Какая разница? Ну, значит, там продажа должна быть одна штука в день все равно. Просто если вы математически посчитаете, например, сложите там 10, на что вы планируете, там, например, 5 продаж в день, предположим, а производство этого 30 дней, и, например, еще доставка, ну, пускай даже воздухом, там, пускай там заложим все, дней там 8, то есть у вас получится, там, грубо говоря, 40 дней, 40 на 5. Вот, это уже 200. И плюс еще в продаже должно быть. То есть, если вы хотите с аутостоком постоянно работать, то есть деньги вкладывать, 100 штук надо раздать, деньги заплатить там за всякие моменты. То есть, ну, это не серьезно. Я абсолютно против таких стратегий. Это какой-то... Но ну, это если вообще денег нет, на товары ни на что, тогда надо искать супер дешевые товары или заниматься дропом, мне кажется. Это более правильно. Так. Сталкивались ли вы с Best Deals на Амазоне? Вообще стоит ли заморачивать, если какой-то какие-то подводные камни? Не знаю, что такое Best не сталкивался. Так, Дмитрий, Дмитрий, ну, потому что месяц, наверное, работали, из-за этого так считаешь. Вот у Дмитрия как раз, можете спросить, он тоже с абсолютно базовым, супер базовым товаром тысячи штук вылетел в аутовсток. Вот и все. Даже с тысячи штук. И тысячи штук он продал с хорошей наценкой, и потом после аутовстока еле-еле вылазит. Вот. А что делать с 300? Трестами? трестами вы даже затраты не потратите, а не вернете с этими, как его звать, с те, которые вы на продвижение. Владимир. Как выбирать ключи для волн 3.5.8? Как определить, что ключ будет потенциально продавать? Это все, наверное, на опыте, мне кажется. Есть у кого-то свои, <coughs> свои <coughs> личные предпочтения. Я могу сказать, как я выбираю на старте товары, ой, товары, эти ключи по, для того, чтобы проснулся лисинг. Я беру низкочастотники с минимальными количествами конкуренции и с максимальными количествами средней продаж на этой странице. Я понимаю, что товары, которые там находятся, и там средней продажи хорошего этих товаров, они не факт, что генерация происходит, продаж именно там, но точно, 100%, это прям даже вот думать смысла нет. Как бы в любом случае лучше находиться среди вот таких ключей, где много хорошо продаваемых товаров, чем, например, среди ключей, где их нет. То есть там точно не будет продаж. Ну, вот, из-за этого я как бы туда иду. А именно как выбирать ключи уже для волн, ну, просто уже выбираешь тут уже по наитию. Какая пробилась волна? То есть, если Amazon проиндексировал, я как катализатором волну заливаю. Потому что Amazon уже, я вижу, начал поднимать этот товар. Вот, значит, он его увидел, значит, он его приметил. Вот, по каким-то причинам прошло какое-то полезное действие. Может, какой-то выкуп произошел. Может, кто-то там что-то клацнул, не знаю. Но мы его как раз подливаем. 358 на самом деле это такая на данный момент. Вот если мы летом 357 делали волну, потом 358, то сейчас 358-13 это обычная волна. У меня и не факт, у меня есть вот, а, товары, которые я две волны подряд, 358-13 делал, и они у меня не поднялись туда, куда я планировал. Но я говорю, есть, конечно, факторы, которые на это повлияли негативно, но как бы не было. То есть просто трафик убийственный, а толку никакого стас требовал ли амазон у вас инвойс по закупке и если его нет он нормально продав когда нибудь будет создавать свой подделку ну разные документы клепает в любом случае есть люди которые инвойсы пишут конечно разные ситуации у меня сейчас вот новый аккаунт и нам выставили там то есть вообще новый аккаунт новый товар туда едет и нам выставили этот как назвать отчитаться там где мы зарегистрированы по налоговой там что-то я что то даже не понял то есть вот сегодня только увидел а завтра с партнером будем разбираться то есть, ну постоянно Amazon закручивает гайки что говорить вот вообще непонятно как до сих пор они дают торговать с такими объемами продаж частным лицам да мне это вообще загадка почему они юрлица это не делают но это просто законодательство Америки это позволяет я так понимаю Amazon на этом зарабатывает вот и всем на это абсолютно наплевать но видимо как-то на них тоже влияет Потому что есть вот эти налоги, плачу в своих странах, они здесь зарабатывают, получают физ нас. Ну вот я в России еще 18 НДС плачу на все эти, как их звать, их э, услуги. Потому вот, что ЕП мне морочится, бегать там. И я как бы консультировался с э, бухгалтерами, они вообще понятия не имеют, как это все заводить. Может, конечно, есть здесь групп, крупные специалисты, но мне объяснили, что мы занимаемся внешнеэкономической деятельностью. Все это вообще какой-то космос. Так что тут такая специфика серьезная. Денис, так, Андрей, Денис, вы недавно показывали огромные продажи за сутки. Ваш товар. Вопрос, как реклама сейчас идет на этом продукт? Автомат, мануал, фразовая. мануальное, широкое соответствие. И второй вопрос, какой суммарный суточный рекламный бюджет на этот товар? Спасибо. Так, я бы, конечно, зашел бы в аккаунт, но что-то не хочется, не знаю, как видео будет записывать потом вырезать мне неохота. А, смысл, смысл такой. Моя стратегия и, касается, и касающаяся того товара. Вообще никакого отношения моей стратегии нет к PPC. Я никогда в жизни к PPC не относился как к чему-то такому единообразному и суперважному. Это один из десятков инструментов, не более того. Вот, для запуска, для работы он нужен. Мы своим товарищами, кто там профессионально этим обучением занимается по PPC, по этому поводу общались, они его запускают на самом начальном этапе, я его запускаю не для продаж, не для того, чтобы они пошли, не для того, чтобы там что-то еще сделать, а в первую очередь, естественно, я его запускаю для сбора статистики, поисков ключей, и второй момент, то есть я ключи, например, найду, я не буду через PPC обязательно гнать, я могу их также раздачами поднять или или тем же индусам дать, которые поднимут мне эти ключи, если я увижу, что там генерируются продажи меня основные. А туда я подняться не могу. И второй момент у меня PPC – это увеличение продаж от 50 до 100, от 100 до 200. То есть, вот когда я уже стал топ-2, топ-3, вот, и мне нужно просто уже бороться на других совершенно на фронтах, совсем с другими конкурентами. Вот, вот там, да, PPC я уже использую, то есть, ну, по большому счету, практически без ограничений по бюджету. Потому что я поднимаю ключи, я зарабатываю там гораздо больше, но приходится тратиться. На, на данный момент, так как автомат у нас был эффективный очень, ну, достаточно эффективный, потому что надо не забывать, что там по этим товарам наценка очень большая, там под 400-500%. Вот, то есть это, я не знаю, как это правильно сказать, но я считаю, таким образом, вложил доллар, зарабатываю 6. Вот я 500, значит, ой, значит, да, 500 процентов чистыми зарабатываю. Ну, вот где-то там уже от оборота набегает PPC. Сейчас на данный момент PPC мне там на мануале, мы его только запустили несколько дней назад. Вот, а мы потихонечку, потихонечку сбиваем мануал на максимально прибыльном моем товаре. Упал уже до 35%. Я считаю, для такой бешеной наценки это отлично. Вот, ну и будем дальше его двигать. То есть супер оптимизацией никто не занимается, потому что мы собираем статистику, продолжаем собирать. Ну вот. У меня больше проблемы не с PPC, с затратами и все остальным, потому что по опыту, вот на самом деле, реально, могу сказать, единственный вот такой нюанс. Когда мы запускаем, все у нас хорошо идет, я начинаю вот эти все манипуляции, verify, не вериfy. И прям сразу видно: некоторые товары обалденно цепляются, некоторые плохо. И вот когда мы уже запускаем после первой волны PPC. Раньше я всем запускал по минимальному биду автомат. Сейчас могу сказать, что в принципе те товары, которые не зацепились, которые ключи плохо выходят, которые плохо индексируются, ну то есть просто одно дело ты там за 3-4 дня там 20 штук там 15 раздал и у тебя там 40 ключей уже вышли, там 10 ключей на первой странице. И это очень круто, это очень легко у тебя все получается. Даже не важно, что они низкочастотники на самом деле. Вот. Но бывает такая ситуация, у меня был человек 4 дня после первой волны, один ключ только индексировался. Это просто катастрофа. Вот. Ну, такой вот крайний случай, это единичный вообще. Но бывает, что просто туго идет, то есть там, даже может там 20-30 ключей проиндексировалось, и там одна первая страница, все. То есть, очень так все вяло, текуще. В этой ситуации я уже иду по обиду, соответственно, приближенным к этому, к рекомендованному так скажем вот а по мануалу ну постепенно набирать надо тоже можно месяц статистику набирать а можно сразу бабки туда вкинуть смотрите я к PPC отношусь как к обычной статистике я не понимаю когда народ из пальца высасывает какую-то я не знаю невероятные а, там вещи мне я к ней достаточно просто отношусь даже до сих пор вот запустили увеличили продажи закинули туда прилично денег вот, получили статистику, выкинули ключи, которые приносят убытки, оставили, которые приносят доход. И если нам надо больше набирать статистики, мы бит поставили по автомату больше или меньше. Оттуда вытягиваем, добавляем опять ключи туда же. Ну и вот таким макаром работаем. Кому-то, вот Сергей вообще не любит фразовый соответствует. Кто-то наоборот фразовый любит. То есть там уже пошли нюансы. То есть, так вот, видео нельзя рассказать, тем более, я еще раз говорю, я не специализируюсь на PPC, вот, но того, что мы делаем, могу одно сказать. У кого вот, продажи вот пошли сразу, у меня окос там 15%, 15-20%, от 10 до 20%. Там все великолепно. Когда товар не пошел, там все плохо. У меня даже есть товар, третий раз перезапускаю. Два раза идеально запустили, третий раз вот он настуго пошел. И PPC ужасно работает. Я могу понять, что импрессиона нет, я могу понять, ну там какие-то причины, что-то тормозится. Ну, почему у нас, когда кост был там 15%, CTR 1,5%, сейчас у меня CTR 0,5%, а кост там, я не знаю, там 50, например, процентов. Все то же самое, абсолютно то же самое в фотографии. Прошло меньше месяца. У меня еще недавно их по 30 брали, мой товар. Сейчас я его по 15 выставил, уже по 20 выставил и еще. И результат не очень хороший. То есть вопросов очень много на самом деле. И ну, смотрим, набираем опыта. Так, дальше. Так, если кто продает через Румынию, не знаю. Вопрос о вариации. Хочу добавить вариацию хорошо на товара. Я так понимаю, нужно создать... Извиняюсь, разболелся. Парент и добавить уже существующий новый товар, как Чайл. Да что ж такое? Если описание, что этот отрицание повлияет на ранжирование, уже потому что лисинга. На данный момент я планирую, вообще вариации не делаю никогда на старте, только размерные, ну то есть по необходимости. Контролировать их очень сложно, мне они не, мне не интересно, потому что вкладывать надо как раз именно о вложении. Когда ко мне люди приходят, у них 10 товаров, 10 вариаций по 100 штук, это просто, ну я не знаю, как с ними вообще работать. Для меня загадка. Вот, я бегом-бегу от этих всех вариаций. Но вот сейчас, когда есть топовые товары, в виде вариаций я планирую прицеплять. Все то же самое делать. Но я не знаю, как он повлияет, не повлияет. Я, я надеюсь, что я усилил свой товар дополнительными вариациями, чтобы человек от меня не уходил, а оставался на лисинг. То есть я буду предоставлять максимум э, видов этого продукта. Так, Дмитрий, как раз про добавление отзывов через осень хотел сказать. Видимо, память по старому массиву Amazon остается. Однозначно остается. Я уже наелся и в жизни так больше делать не буду. Но отзывы можно не терять, можно их просто потом подцепить в виде вариации, да и все. Если выходить на Канаду и Мексику, нужно перевозить товар на туда, возможно, надо перейти отзывы, отзывы свои туда. Но это вообще, конечно. <клёх> да, товары надо перевозить. Вы с отзывами, это самое, а, никак не успокоитесь. У вас их там что, 10 тысяч, что ли, я не пойму. Что вот эти отзывы, что они. В любом случае, я могу одно сказать. Вот у меня сегодня как раз разговор был с моим партнером. Невозможно запустить товары, постоянно особенно запускать товары, без вложений. Ну, невозможно. То есть вы купили товар, и нельзя э, рассчитывать на то, что он просто так будет продаваться. Вот такое ощущение, вот у меня. Я вижу много людей, которые завидуют продажам, вот этим там моих же знакомых у меня таких продаж тоже не было там грубо говоря вот я понимал сколько это денег стоит потому что я другим людям запускал товары и свои также спокойные я заведомо уже я давно сломал этот стереотип то есть я уже заведомо планирую там там тысячи на этот сам на промоушен там две тысячи долларов там вот сейчас мы Facebook будем запускать а есть у меня люди, которые вот они вот уже какой товар не могут запустить. Вот они уже третий, пятый товар запускают. И деньги валивают туда серьезно. И все никак запустить не могут. Я вот с ними вот разговариваешь, вроде вот все правильно они говорят. Никаких вообще вопросов нет. Все грамотно, все четко. Столько разговоров немерено. А как доходит до дела, он не сразу в кусты. И они почему-то, почему-то как-то у них совсем с вложением, они рисковать боятся. То есть, они купить товар на десятку не боятся. А тут бан может быть. Ну ладно, баны эти откидываем. Ладно, вот эти все вещи откидываем. А именно вот, что еще надо 5 тысяч вложить? Вот я сегодня человеку говорю, говорю, мы вот 30 тысяч вкладываем, вот заложи себе сразу 20%-30, что ты потратишь еще в маркетинг. Меньше потратишь, да замечательно. Но не надо вот это вот разговоры, вот эти о 100 долларах, ее мы будем и платить или не будем платить. По-любому мы будем платить. Вопрос, каким образом и как. То есть у очень многих проблемы с этим То есть вот эти вот перемещения отзывов И не расстанусь со своими отзывами Это вообще гл глобально какой-то не бизнес А я не знаю, какой-то это Перепродажи, как это раньше со столами Деревянными ходили То тут продаем, то там, там, с точки на точку переходим И там торговые места Гамбургерами торгуем То есть если мы хотим на этом уровне оставаться То да, можно там с места на место Не расстанусь там Купил, как мне там, 20 отзывов У меня есть 20 отзывов, ну и что? Тут бешеные деньги люди вкладывают, бешеные просто ему. И вы видите, что у людей там 200 тысяч оборотов. Вы у них спросите, сколько они денег вложили в это. Это не просто так, это не 500 долларов вложил. Человек ему повезло, вот он, и всем так повезет. Это рутинная работа, тяжелая рутинная работа. Вот с утра до ночи, и в придачу еще бешеные деньги. То есть ты рискуешь товаром, то есть основными затратами постоянными, которые ты потратил на товар, на доставку и промоушен это у тебя тоже постоянные затраты. Они всегда будут. И PPC, и раздачи, и там, я не знаю, что-то еще там, и постоянно что-то, может, с фотографиями делать, я не знаю. У всех свои затраты, как бы, каждый там по-своему делает, но в любом случае там мы новые какие-то э, сервисы придумываем, там люди появляются, какие-то новые возможности. Э, но как бы там ни было, в любом случае, в любом случае, надо себе в голову просто вбить, что... Товар без продвижения продаваться не будет. Или сейчас не будет продаваться, в самом начале, или в конечном итоге. Все равно вас кто-то сожрет просто ему. И все. Мне кажется, это так. И надо двигаться вот именно. Просто правильный, четкий профессиональный продавец он будет именно вливать ровно столько трафика, сколько надо. И в PPC, и в любые другие способы. Но. Нет такого главенствующего, вот как многие, кто занимается PPC, они все время педалируют на тему, что это самый честный, самый белый способ. Да нифига. Можно, можно на этом всем сидеть и об этом говорить. Я, об этом, я это нет, не считаю так. Вот и все. Так что можно работать как кому нравится. Амазон Австралии мыслей никаких. Тут до Европы никогда ехать не можем, не то, что Амазон Австралия. Хотя у меня напарник в Европе живет. просто Америка реально в плане бюрократии проще, и планов достаточно на Америку. То есть, когда у нас будет уже, я так надеюсь, все-таки линейка полубрендовая, потому что мы социальные сети, я думаю, в следующем году осилим. То есть, вот приоритеты насколько сильно меняются. То есть, я в начале года планирую по-любому Европу осилить. А сейчас у меня приоритеты все-таки выстраивание линейку бренд, бренд, там все вот эти вот моменты постепенно. И когда это все будет, там, эту Европу, просто раз, ты и там. Никаких проблем, в принципе, нет. Вопрос заработка. Ради чего все это делать? Если куча там бухгалтеров, все вот эти вот моменты разбираться. Я хочу продажами заниматься, а не бухгалтерией. Так, mm -hmm. дальше. Сергей, добрый вечер. На какой бюджет нужно рассчитывать для успешного запуска продукта, если продукт уже едет в США, я имею в виду лисинг, плюс не верифай, т.д. Но ну, я всегда говорил около 10% от партии. Мне кажется так, хотя вот я говорю, сейчас ситуация с неверифаем нестабильная. То есть уже сколько раз переделывали алгоритмы и все остальное, нестабильная она. Вот уже правила переделали, уже куча условий написали. И все равно она продолжается быть нестабильным. Вот. Но я в любом случае, я лично за себя. Может каждый делать абсолютно как хочет. Это любые все вот эти манипуляции, это нарушение правил Амазона. Надо это знать и понимать, и ответственность брать на себя не на кого-то перекладывают, кто это делает, кто там, я не знаю, реклам... я вообще ничего не рекламирую, я исключительно рассказываю то, что я делаю. Если я это делать не буду, я скажу, я теперь делаю по-другому. То есть я в любом случае на старте заливаю не верифай, а верифай, вот, около 10%. Если я везу 100, ой, 1000 везу, 100, то есть я, значит, 100 не верифаю, 100 верифай, я себе закладываю. Вот, 100 не верифай, я сразу закидываю, то есть там по 5, по 10 в день какая возможность есть их печатания. А Verify я начинаю точечно вливать. <coughs> ни разу не вспомню, что я 100 штук раздал, хоть раз. Сколько бы я ни раздавал, но это в любом случае там, это два, например, с аккаунта там и продвигали, там и по 150 и так далее. Но это вот 75 штук, вот в таких вот объемах, да. Но проблема, честно могу сказать, по верифаю. Если кто здесь слушает, если кто может, подключайтесь, дайте контакты, личку мне напишите, я с удовольствием будем. Нам всегда не хватает людей в Америке, в первую очередь, кто будет делать выкупы, и вы увидите ваши какие плюсы. Вы увидите реально, то есть, товары, которыми люди торгуют, вы увидите тренды, может быть, что-то зацепите для себя, какую-то информацию, бывает какой-то стопор. И, ну, конечно, это не то, что там, там красиво, некрасиво, сдирается. все торгуют одним и тем же, на самом деле. Никакой проблемы нет, зайти в любую подкатегорию, посмотреть бестселлеры, кто лучше всех продает. И все будут возить все то же самое. В зависимости от сезона, в первую очередь. Так что ничего страшного нет. Это второй момент. Ну, может быть, какие-то классные вещи вам там будут подкидывать. Так что обращайтесь с удовольствием, нам нужны ревьюеры. Ну вот, потому что сейчас по верифаю, по-моему, статистика меньше 50% проходит верифаю. Ну, просто кошмар. Я не знаю, Amazon к чему стремится. У меня в вот день по 100 продаж. Ни одного отзыва я уже не знаю за месяц. Просто я не знаю, что надо сделать еще Амазону. То есть они уже задушили все. Ну, проще вообще выкинуть нафиг эти отзывы, потому что я не знаю, кто пишет отзывы. Ну, то есть, нормальный, адекватный человек, Амазон должен мотивировать написание отзывов. Я не знаю, скидку дополнительно давать. Пускай по-честному как-то делают. На Алиэкспрессе там просто надо. Можно отзыв не писать, но надо звезды поставить. Там. Единственное, там они по-тупому сделали в плане. Надо, блин, я вот с ними коннекта у меня не было, там надо было там, там у них просто звезды поставить и три еще дополнительных до пяти звезд. Я не понимаю, там, я с ними не коннектился, я там это не делал, я это не делал. Я что-то никак не пойму, формат какой-то глупый. Просто сделайте определенное количество звезд, ну, почему 5, например, 10, 10 бальную сделайте, чтобы она более такая, я не знаю, интересная была схема, система, и, и все. И Amazon купил продукт, обязательно должен отзыв написать, или там, через какой период времени. Ну, ну неужели мозгов не хватает? Ну вот что сейчас происходит с отзывами, это полный бред. Они гайки перекрутили настолько, что вообще уже отзывы никто не пишет. И нам просто физически приходится этим заниматься, если уж надо. Даже хороший товар у меня вот реально на, на двух сейчас э, хорошо продаваемых, достаточно хорошо продаваемых товарах, на одном 4 однозвездочных отзыва, на другом 5. Ну там 2 двухзвездочных и 3 однозвездочных. Хотя считается двух, 3 4 звездочные настоящие отзывы, ну не знаю. Ну, как минимум в любом случае, там 5, тут, тут 4. Ну, вот где 4? Там вообще вот все отзывы, один с аккаунта, где хоть отзывы были, а остальные там один или не было, или вообще все отрицательно. Ну, явно, что это не органика, не что, просто там слов нет. Ну и что? Вот так вот и будем им. Они будут писать фиктивные отзывы на нас. Это вот мне вот честно могу сказать, это насколько надо гнилыми людьми быть чтобы вот этим заниматься вот постоянно. Я просто не знаю, вот это вот по-любому, вот, наверное, кто здесь слушает, есть такие люди, наверное, которые вот вот этой гни гнили занимаются постоянно. То есть, то есть выкупы, верифай негатив, там, чай, не верифай перестали клепать, потому что они не держатся на ни у кого толком. А верифай вот это пишут, 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 грязь вот эту дрянью. И я просто не понимаю, насколько, вот, это вот я все время читаю про эту карму. Я в карму не верю. Я там не сам не буддист или у кого там эта карма, но я просто. Как это? У меня есть воспитание, есть родители, есть какое-то представление вообще о жизни. И я как-то с этим борюсь. И вот, между хочет, и денег больше заработать, и, и где-то что-то как-то там подмутить умы, Но в любом случае, столько сталкиваешься с этой грязью, просто слов нет. Так, Амазон, так, дальше. Федор Денис. Примерно через сколько дней после смены осины начинается бус от Амазона. Мгновенно приготавливайте все сразу, я считаю. Просто все сразу. У вас должен быть новый лисинг, там фото, чтобы все готово было. Сразу не верифай пошли, сразу верифай пошли. Чтобы все было очень четко. Андрей, иногда у нового конкурента вижу по 300 верифайт отзыв. Вопрос: сколько примерно денег на это он потратил? Разница цена, товар, 20 долларов. Спасибо. Я думаю, это вариации прицепляет. То есть это склейка вариаций. Это не проблема. И 3000 можно наклеить без проблем. Ну вот, так что посмотрите, почитайте, какие отзывы. <coughs> Скорее всего, это отзывы от других товаров. Посмотрите дату старта и дату а, а, отзывов. Так что, в принципе, 99% что это склейка. Анна, ну а с каким количеством товара минимум ты советуешь запускать на старте? Из, из, хотя из того, что есть бюджет. Ну, я говорю, тысяча. 1500. Ну, 500 минимум. 500 минимум. 500 минимум. Ну, у меня есть товар. Вот сейчас на данный момент товар я везу. Начинал доллар 28. Сейчас он мне за доллар. Правда, я заказал упаковку отдельно. И у меня он получается 85 центов. Так что 1085 центов, 850 долларов. Доставка там 300 долларов я дал. Там 328 самый скоростной самолетом. Ну, вот так вот работаем. На что делать? Ну Кто-то по 10 тысяч, вон, есть люди, которые вообще работают, у них бизнес какой-то странный. Им, они а, ориентируются не на сколько они зарабатывать будут, а по чем торговать будут. Меня это просто убивает, я не понимаю. То есть вот этот товар за доллар, я продаю за 20. Я нормально зарабатываю на этом. А можно продавать товар за 30 и ничего не зарабатывать вообще. И потом плакать, что у меня там на раздачу денег нет, на это нет. Ну а кто выбирал товар, кто советовал, кто обучал, кто консультировал. Откуда вообще то информация, что надо торговать товарами за 30 долларов? Ну, надо зарабатывать 10 долларов с товара, может быть, 15, может быть. Но никак не есть определенная какая-то шкала, почему надо продавать. Да хоть, хоть за 5 долларов продавать ее, мое. Ну, просто уже тут ограничительные факторы, кому что нравится. Я не люблю товарами торговать до 10 долларов, суеты очень много. Что такое 3,5,8? Это сегодня выкупят у нас 3, завтра 5, послезавтра 8, потом 13. Это с числа число Фибоначчи, там, после 13.21, там, по-моему, 1.1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, да, дальше я не доходил. Вот, это волна, потому что если вы будете делать выкупы 5, 5, 5, 5, 5, 5 например, по одному ключу будет эффект хуже, чем будет при том же объеме, именно с постепенным увеличением. Так, хотя бы примерно уровень бюджета я не понял насчет чего, насчет вот этих 20 долларов 300 верифайдов, ну вы можете же спокойно калькулятор все это посчитать. Опустите свой товар, скорее всего, по 9.99, сделайте там, ну 300 выкупов сделайте, я не знаю такого количества а ревьюеров, ну до 200 мы делали, но 300 ни разу не делали, и из них, я говорю, процентов 50, то есть 100 верифай. А если этот, как его, склейка, склейка сколько там стоит? по-моему, от четырех с половиной, от пяти долларов, полторы тысячи долларов. То есть вам приляпают эти 300 верифайдов. И то это будет не ваш, не отзывы на ваш товар, не отзывы на ваш товар, это будут отзывы приближенные. Там тоже две схемы. Первое это увеличение, например, этих рейтинга звезд. Вот. А тогда прицепляет вообще левый товар, ну такой, отдаленно похожий на ваш. Ну хоть похожий. Вот если, например, просто именно идти на увеличение количества звезд, то есть не задача именно рейтинг поднять. Потому что бывает у людей ниши, где там три звезды, три с половиной, ты просто там поднял до 4 звезд, ты просто король и царь. А четыре с половиной ты просто там... Вот. И люди есть, кто да, там по 500, по 1000 заказывает, там такие бабки отдают. За счет того они просто отбивают эти деньги там достаточно на быстром промежутке времени. За счет именно продаж. Ну, вот и все. То есть, это повышение э, этих, как его звать, рейтинга именно звезд, там, 4,5. А есть, кому надо просто 100 отзывов, там, 1000, но максимально релевантно. Тогда будут искать более <coughs> кропотливо, с учетом именно релевантности вашего товара. <coughs> Везде много нюансов, и за это надо все делать индивидуально. Так, средний меньше, чем 1000 кликов. Нечего анализировать, вот и считать минимальный бюджет. Но это вот как раз, это уже, я так понимаю, по поводу, Сергей рассказывает, именно PPC. Вот, то есть, все вот это, вот это все деньги, я за говорю правильно. Вот. То есть, тут только одно PPC – 2000 долларов. Я еще раз говорю, а это мы делаем товар долларовый. Не имеет значения, а, то есть, я сейчас больше вкладываю денег в дешевый товар. У дорогого товара бюджет, скорее всего, примерно будет такой же. То есть, он не будет увеличиваться прямо пропорционально, но… У меня наценка большая, я зарабатываю хорошо там. Я могу себе позволить. У дорогого товара, соответственно, он просто дорогой, пропорциональному легче. То есть всегда надо иметь баланс и запас. Так, Евгений. Как найти классный продукт для продаж? Я видео снимал, в принципе, я пытался рассказать с Женей, как мы это представление имеем. Можно это ускорить процесс, можно делать абсолютно по-разному. Никогда, никогда не пользуйтесь точно никакими таблицами, никакими этими, как их звать, чек-листами или еще чем-то. Вы не сможете объективно оценить никогда. Вот, здесь больше... Ну, еще, еще бы я не хотел это советовать, как вот есть я вот в гараже, у меня друг там что-то там напильником пилит, металл или дерево, и вот это классно. Например. Это классно, но вот один товар. Можно, да, выстрелить, зацепиться, продавать, но это один товар, не более того. Вот, больше там не заработать, это не бизнес, мне кажется. Вот, я больше рекомендовал бы именно статистическую выборку, то есть брать, брать, брать вот это вот. Потому что я сколько пытался раньше там на Алиэкспрессе, на Ютубе, какие-то интересные товары. Все, что мы видим там, это все отстает. То есть тот же спиннер там появится через месяц, когда уже прошаренные продавцы его привезут. Есть программы там, типа сканера, которые вот у меня рефералка есть в таблице инструментов, но э, по сканеру все-таки таким таблицам, вот э, таким этим программам, это все-таки больше для более профессиональных людей. Мне кажется, я не считаю, что это для новичков. Для новичков это скоп, Это такие программы, которые просто показывают продажи. А сканеры и все вот эти вот вещи, которые ищут товары, они все-таки для более таких именно сокращения затрат на их времени. А для новичка в любом случае это много-много-много-много работы. Вот. Зацепиться за какую-то свою нишу и потом идти или по нише, или по производителю. Вот очень медленно, очень, так скажем, скрупулезно, потихонечку, не надо никуда спешить. Виталий. За которое время, по вашему мнению, возможно выйти на первое страницу и стать бестселлером при Правильном маркетинге. Да, это все лотерей на самом деле. Вот. Я про себя могу сказать: у меня вот несколько раз я уже бестселлером был. Вот с этими товарами, но с одним товаром. Но это потому, что в Out of Stock просто вылетел топ-1, я топ-2. Сейчас на данный момент я топ-3, хотя тот э, бестселлер в этом самом в Out of Stock двое меня обогнали. Вот, Обогнали меня, потому что я сам нахожусь все время на грани аутостока э, то есть у меня товар пришел вот сами вот он у меня еще там бесит в как это самом резерве и я каким-то макаром продаюсь то есть у меня слева вот где там количество товара уже три дня нет товара а он только появляется он сразу продается то есть я как-то в каком-то ограниченном это самом в каком-то невероятном трафике не могу никак вот настроить вот этот товар на остатки Хотя у меня там китайцы реально по воскресенье упаковывают и в понедельник утром какую же неделю отправляют. Вот. Ну, потому что там этикетка, бумажка, вот эта картонка, что-то есть в наличии, чего-то нет. Вот. И мы всего этим занимаемся, то есть третья поставка. Третья, четвертая, то есть вот в таком режиме. Немножко, немножко будет прокол, и все, все развалится. Из-за этого вот как бы и китайцев мы долбим, и они понимают, вот, что на самом деле для всех это мечта стать бестселлером, причем бестселлером стать по главной категории. Не просто где-то какую-то найти лазейку, чтобы получить бестселлера, а именно, или как в некоторых нишах зайдешь на первой странице все бестселлеры. Ну все. Когда все бестселлеры, это уже не имеет значения, уже наплевать, бестселлер ты или не бестселлер. А когда никого нет, все-таки как-то интересно. Вот, Доходишь до этого времени, да в первый месяц, в первый месяц можно дойти спокойно. Я дошел, я не знаю, там, наверное, а ну вот я на днях дошел, это была <coughs> вторая поставка, <coughs> то есть второй месяц, это где-то начало, середина второго месяца, то есть там 30-40 дней, и не могу еще сразу сказать, эти товары, которые я стал бы реально, без каких-либо ухищрений вообще Именно просто обычная работа, рутинная обычная работа. И этот товар у меня был на грани того, что я его хотел сливать. То есть у меня были там какие-то жалкие 20-30 продаж в день с двух осинов. Я сидел и думал, что мне с ним делать. То есть я в него не верил. И просто по наитию я сидел, смотрел на Амзван, какие потенциальные ключи мне остались. Вот. И увидел, что у меня все-таки один есть ключ, по которому можно трафик залить. И второй товар, самое что смешное, который потом стал самым главным моим товаром, я его просто паровозом туда закинул. И когда я эту вторую волну залил, уже в середине волны я уже видел, что у меня раздача, например, в день там 20, а я уже продаю 80. То есть 60 продаж у меня органики. То есть с 20 скаканул уже до 60. И тогда я понял, что я все-таки правильное решение принял. Вот, но ну, вот это просто отчасти везение. Такой оправданный риск. Я не знаю, как это правильно назвать. Так, Георгий. Ну, ты выбирай, либо зарабатываешь, либо какую. Либо карма любуешься. Ну, нет, дело не в карме. <къем> дело в том, что просто порядочность какая-то есть. Но вот разговариваем мы здесь все. Я только сегодня просто участвовал в таком разговоре про карму, там, и вот читаю периодически там туда-сюда, но я вижу просто сколько дряни вокруг. Вот, и это вот тяжело. И любоваться, конечно, да никто не любуется на самом деле, и ребята, которые уже занимаются этими всеми вещами, они говорят, мы тоже раньше были честны и порядочны, пока нас один раз не ударили, второй раз пришлось разбираться с ними уже по-жесткому. Вот, самим разбираться, как они это делают. Так что здесь нормально. Но про карму я не знаю. Вот просто мы, как будто я не знаю, в каких странах живем, вот постоянно это пишет. Что вот, я верю, что вернется туда-сюда. Ну, я тоже верю, но что делать? Ну, пока тебя, ты был, например, вот я реально был топ-1 по ключу по одному. Самому главному в этой подкатегории. И меня просто убили. <coughs> просто я за 4 дня с 2000 БСР купал до 20. Сейчас я там на 5. То есть очень медленно, очень грустно и потихонечку туда двигаюсь. Ну, посмотрим, что дальше будет. Так, Егор, ты сказал, что доставка 300 баксов на Ави. При запуске 0,85 баксов при количестве 1000 штук, по-моему, дешевая доставка. Это от поставщика или отдельной компании. Это от поставщика. Я даже не знаю, ну, это может 385 долларов. Я в основном вожу от поставщика, просто мне геморроится, они там находятся, логистов там и всего остального. Мне не принципиально 385 или 420, какой там вес, я понять с ними. Меня устраивает то, что... То есть на данный момент, естественно, мне нужна скорость. То есть мне вообще без разницы. Я доплачиваю китайцам, чтобы они там в выходные вышли. Ни разу денег раз меня не взяли. Я говорю, сколько скажешь, и столько заплачу. Просто вот я за один день зарабатываю 1000 долларов. Ну, какая мне разница? А если я получал то лишних там несколько дней, я, ну, я могу вообще все потерять из-за этого тут не принципиально. Вот, когда все наладится, естественно, мы будем это все оптимизировать, улучшать, там работать над чем-то другим. То есть все это постепенно. Решаем проблемы по мере поступления. Вот, в принципе, вот так. Начинал я не 0,85, а именно 1,28 с упаковкой своими делами. Теперь я упаковку сам заказываю. Сторговались на 0,85, упаковка 0,8, то есть мне получается 0,93. Но упаковку я, соответственно, свои деньги вложил, они на заводе лежат, 10 тысяч штук. Вот. Сейчас я как бы логически буду налаживать каждую неделю по 2 тысячи штук, чтобы они мне отправляли. Я столько не продаю, буду потихонечку товарный запас создавать на февраль. Вот, то есть я их хочу именно в ритм вложить, чтобы именно вот так вот посмотрим там, как по продарам, что дальше будет. Потому что на данный момент у меня на... там два товара, у меня есть мануал, есть автомат, у меня как минимум две, 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 на эти как... Их, компании постоянно в, в аут бюджет вылазит При неплохом окосе, который мне всегда приносит доход. То есть я реально, там у меня сейчас на данный момент, там, я, там баксов 110 бюджет дневной, на четырех, соответственно, 410, 440, вот, на всех этих четырех компаниях, я, соответственно, мог бы там, ну, удвоить как минимум эти компании там до 1000 долларов в день. Вот, то есть вот такие вот деньги, затраты, да, и на PPC в том числе. В будущем. Сейчас такого нет, естественно. <клышь> вот, Александр, да, про out of stock. Неужели вы не можете сказать, что я могу и не успеваю Если бы я торговал ими год, наверное, давно бы настроил. Не могут китайцы сделать. Еще раз повторяю, есть много факторов, которые влияют на все эти вещи. И доставка, и упаковка и все делается в разных местах. А бывает двойная, тройная упаковка там какие-нибудь это в одном месте делается, это в другом делается. Они готовы, например, сделать у них товарные остатки, они производят свой продукт. А куда упаковать, как, отловить, как довести? Все это зависит от других факторов. Вот и все. Я и заказываю, я заказывал тысячу, потом три, потом, соответственно, сейчас каждую неделю по две тысячи. Вот, то есть мы выстраиваем, все понятно, логически понятно, но не успевает. Потому что это комплексный вопрос. Это кажется на первый взгляд легко все. Попробуйте за неделю произвести все. Когда 100 продаж в день у вас. Они, видим, не могут. А товар на остатки, у меня же приват лейбл, я же не делаю базовый, то есть то, что у них на слайде валяется. Так. Денис, вы пользуетесь пионером или есть альтернатива России? Пионером пользуюсь. Вот. Максим. выкупа 4-5 штук в день при запуске для раскачки ключей. Как делаешь? Через Stormfront или по прямой ссылке на Лисин Да, <coughs> через Stormfront. Я вообще честно могу сказать, ничего не делаю. Просто отдаю Сергею. А он у нас решает все эти вопросы. Я думаю, по Stormfront ничего не менялось. Ну, можно Superhero динамически взять из Амзывана. Можно по заданию как-то. То есть мы раньше по заданию делали. Пока Stormfront. Хотя сегодня человек меня спрашивал, что а работает Stormfront нет, я ему ответил на это. Как понять, работает он или нет? Я считаю, если я делаю выкуп и у меня товар продвигается, значит работает. Так, значит, Сигор, Обычно мы даже берут 70-100% от стоимости единицы товара. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт, и у моего товарища. Уязвимо, что так дешево, да еще и авиа. У меня товар дешевый просто. Почему удивительно-то? Просто если товар маленький, дешевый, ой, маленький, не тяжелый, почему нет, нормально. У меня многие товары там и 6 долларов товар стоит, а доставка, например, там на тысячу везем, 6 тысяч долларов, а доставка 200 долларов. Просто он дорогой и все равно дешевый. Ну, в смысле, он дорогой, но все равно он маленький, легкий и дешевый. Доставка получается и самолетом, так что... Это товары все зависит от того, сколько там он весит и сколько он габаритов занимает. А, не делаем. <coughs> даст вы делаете инспекцию по такой спешке, не делаем. Вот, проблем не было. Ну вот так. Как ни странно, получается, просто нет варианта вообще. На самом деле очень много товаров, которые мы запускаем, не делаем проверки. Мы, может быть, наверное, все-таки очень тщательно переговоры ведем очень много, и человек, который у меня этим занимается, он просто висит с ними на трубке целыми днями. То есть, это первый момент. Второй момент по поводу качества. То есть люди как бы себя зарекомендовали на старте. То есть уже понятно, с ними не первый день работы. И третий момент. Продукт простой. Четвертый момент. Все-таки. Но они сами заинтересованы, то есть если их уже проверили, они сами понимают, что э, такое счастье не раз и не всегда приходит, что вот у них есть продукт, у них был продавец, например, они сейчас э, жалуются, что у того продаж нет совсем. Именно, ну и не жалуются, они еще там говорят, мы его, наверное, потеряем. Вот, но то есть все приходит, все уходит, и э, таких продаж, видимо, у них не было, я не знаю. Вот. Им они заинтересованы делать качественно. То есть они реально по воскресеньям. Я сколько работал, а никто по воскресеньям ничего не делает в Китае. То есть субботу рабочий день у них такой непонятный. Воскресенье точно никто не работает. У нас вот пока так. Так, Александр, где больше шансов? Супер товар, слабый. Маркетинг или наоборот? Я не знаю, я никогда не отношусь к супер товарам. Я не знаю, что такое супер товар. Я по прошлый год, точнее этот год, полгода тыркался с uh, трендовыми товарами. Были такие товары, по которым, например, ингалайзер или там магнитные ресницы, или ну, спиннеры нельзя сказать, они все-таки более-менее. То есть, бывает, ты идешь переговоры, даже заказать товар не успела, а она уже ниша сгорела. Но ну, это не супер товар, но цифры там красивые. Я в такой товар один вперся, это были uh, Eclipse Glasses, вот, вперся, потому что они просто всех забанили, были классные продажи, я стратегию оправдал на 100%, был топовым продавцом, но, блин, из-за этого первый пострадал. Мне не хватило пару дней распродать просто склад. Вот, я получил убытки на Eclipse Glasses, но небольшие, так что ускребся и слабо. Вот, Инспекции мы делаем, всегда делаем у новых производителей, ну, по крайней мере, стараемся. У новых производителей делаем инспекции. Вот, что еще мы делаем. Ну, опять о стоимости товара, от многих таких моментов. Супер товар, супер товар, вот я говорю. Я делаю просто хороший товар. На старте я не делаю никакой кастомизации, просто обычно запуск и все. Вот, а там уже посмотрим, как получится. Да, делать должны фотографии быть отличные, должна быть цена интересная, листинг адекватный. То есть все должно быть четко. И мы торгуем абсолютно таким же товаром, как и конкурент. Ничего особенного. Но если мы зацепились, то есть почувствовали, что все норм, то есть не тратим денег лишних, ни копейки. Извиняюсь. Вот. И мы, соответственно, запускаем товары исключительно с минимальными затратами. Ну, не пошло, значит, не пошло. Что сделаешь? Если зацепились, то уже, естественно, начинаем улучшать. Вот вариации подцепляем к паровозу. То есть, ну, по ситуации. По поводу хайджекеров. Планирую. У меня есть напарники. Они, может быть, лайф проведут. Или что-то, какое-то будет коммерческое предложение по поводу... Работа с хайджекерами. То же самое, что работа со склейками отзывов и всего остального. Вот еще работа с хайджекерами. Ну вот, потому что хайджекеры на самом деле это такая тема э, многогранная. Их очень много. Работа они по-разному. Если мы откинем... В прошлом году, например, в это время говорили о хайджекерах. Это те люди, которые нас брали на неверифицированные отзывы по купонам. И мы все время жаловались, что мы PPC теряли. И вот они там одну штуку возьмут бесплатно и потом ее продают козлы мозгов у них не хватало сделать нам возврат и деньги взять. Ну, это вот эти, <coughs> ну, просто какой нормальный человек возьмет на халяву товар и выставит его на Амазоне. Это вот, надо же сколько всего знать, разбираться, чтобы вот это выставить, чтобы, то есть, это какие-то такие э, нищие дропшиперы, видимо, этим занимаются. Ну, я не знаю просто. То есть, я, например, не знаю, как сделать мне э, то есть кому-то залезть в байбок, чтобы торговать его товаром. То есть я для меня это загадка вообще. Я никогда этим не интересовался, понимаю, что никаких проблем нет в этом разобраться, но я не знаю, как это сделать. И простой покупатель этого точно не знает, как и я. Вот. То есть это непростые покупатели, явно это делали. Вот. Но почему они делали просто тупо возврат, но ну, они, наверное, какие-то порядочные, потому что сейчас в последнее время пошла мода у людей, к сожалению. Купил по, по верифаю, все нормально, а потом делают возвраты. Причем даже через наших посредников, то есть даже их кидают. То есть, ну, это вообще какие-то конченые люди, у меня слов нет. Вот. Так что вот эти люди как бы у нас отвалились. Те люди, которые торгуют под нашим листингом, но другими товарами, там все понятно. Делаем выкупы, там отправляем. Есть люди, которые торгуют также а, другими товарами, но через, например, доставку там, через два месяца с ними уже намного сложнее работать. Но все равно можно. Но есть хайджекеры, которые уже профессионально эти конторы работают, которые там на час прицепился, через час следующий, через час следующий, и это в прайм тайм, и все. И с ними бороться вообще непонятно как. И вот сейчас ребята как раз готовят что-то типа вот этого, чтобы им было, ну, то есть прицепился, его убили. То есть он никуда уже дальше не убежит. Но я не знаю, как они это будут делать. Будет предложение, будет лайф, будем рассказывать. Пока на данный момент конкретики никакой нет. Идем дальше. Евгений. К продукту ночью цепляется на, на хлебник. И за счет низкой цены выиграет байбокс. Как от него избавиться? Ну, вот я и говорю, это вот все вот из этой серии. Очень сложно. Они в основном прицепляются в прайм-тайм. То есть, поработают, отцепились, поработают, отцепились. Посмотрим, потому что важный вопрос на самом деле. Товар запущен по всем советам. Уже пошли органические продажи что на 10 долларов. Насколько можно безопасно делать шаг к увеличению конкурентов 17 17 Да вообще, на самом деле, <coughs> можно аккуратно, можно по-разному. Я по-разному делаю. Если все зависит от зазора, почему конкурент торгует. Вот, то есть 10, ну, вы, наверное, 9.97, надеюсь, торгуете 9.99, чем такое. Вот, можете, если вы супер аккуратный, очень боитесь, не уверены в своем товаре, делайте по доллару, просто прибавляйте, смотрите по продажам. Там день-два достаточно. День-два достаточно. И вот таким образом шажками идите. А можно сразу поставить 14,97. Увидите там 2-3 дня, что все то же самое, скорее всего, будет. Никак не меняется. То есть я, бывало, там за 2-3 дня в 2 раза цену поднимал. И ничего не менялось вообще. Ну, к сожалению. Вот. Так что, ну, точнее, когда ты поднимаешь, к счастью, но когда ты хочешь продвинуться, распродаться, бывает, цену опускаешь, у тебя еще продажи еще хуже продаются. То есть не все так однозначно. Выбирайте сами шаг. Все зависит реально от конкуренции. Ирина. Есть товар, который без конкурентов. Продают только два продавца под своим брендом. Можно ли продавать товар без бренда? Визуально может отличаться только цветом и размером. Без бренда можно торговать. Ну, а там уже все от нюансов зависит. Почему всего двое его торгуют? Может быть, там какие-нибудь торгомарки, патенты или еще что-то. визуально может это только цветом или размером. Ну, надо, конечно, так вот сложно сказать, но еще раз говорю. Почему вопрос мне всегда, когда очень мало конкуренции и хорошо товар продается, понять, что с товаром не так, почему другие не везут его. Потому что я еще раз говорю, надо, я всегда воспринимаю <coughs> с подозрением такие вещи, потому что мне кажется, мы всегда приходим самые последние, и нам приходится очень много проводить всякой работы, чтобы побороть тех, кто пришел раньше нас. Вот, Юрий, есть ли смысл протестировать товар 30-50 штук и уйти в аут, а там смотреть по результатам? Ну, есть, такая стратегия есть, она на самом деле, я считаю, дороже, чем стратегия вот с этой тысячи штук. Вот, почему дороже, объясняю, потому что 30-50 это вообще ничто, я не знаю, что это за товар такой, но должны быть продажи плохие. Вот, потому что я бывает, раздаю по 75 штук. То есть, как продвинуть товар, то есть каким-то образом вы должны его продвинуть. Понятное дело, что при 30-50 штук вы раздавать по верифай ничего не будете. Там есть только один момент, потому что мы понимаем, как я и говорил до этого, мы должны первое действие сделать, чтобы нас увидели. А нас увидеть можно только через PPC. То есть 30-50 штук, ну, в основном я говорил о 80 100, это когда вы все делаете абсолютно то же самое, для конверсии вы покупаете какое-то количество неверифай, например, там от 10 до там, 30, как правило. Чаще всего почему-то 20 все выбирают. Вот. И начинаете через PPC гнать трафик. Ну, кто-то вообще нагло, без, вообще без неверифай, только PPC включает. Ну, то как. Тогда, да, как тест можно. Но PPC будет дорогой, однозначно. Вот. Вы выбросите деньги на все, и могу вам сказать точно, войти в, а, два раза в одну воду будет сложно. И даже если вы продали этот товар нормально, не факт, что вы потом его продадите также по рельсам, как на поезде, а с теми же самыми результатами. Вообще не факт. Вот и есть моменты, связанные с, с другими факторами. То есть объективными, не объективными. Объективные это когда конкуренты появились, там кто-то был случайно в этот момент в Аутовстоке, а не объективно, это просто не, по, непонятным причинам ваш там, опять же, реклама с теми же фото, с теми же товарами, даже с более интересной ценой или с разной, хуже показатель, чем раньше. Ну, вот, из-за этого, и вы оправдать ничего не сможете, скорее всего. То есть вы просто убьете вот эти вот какие-то небольшие деньги, ну просто их убьете. А с тысячи штук, я говорю, можно даже хорошо заработать. Но опять, еще раз говорю, я не говорю, всем надо тысячу вести. Надо же тоже понимать, как выбирать. То есть, мы же выбираем не первый подряд. Берем там какой-нибудь сейчас опять точилку для ножей или там pen И одни и те же прыгалки, как у всех. И начинаем по тысячу штук их вести. Нет, конечно. Александр. бренд регистры трудно получить и сколько надо ждать? Ну, как говорят, от полугода до года. Хотя вроде там от 9 месяцев, около 9 месяцев в среднем получается. Ну, не могу сказать, не юрист получить нетрудно. Кто-то, наверное, сам делает. Я просто отдал Александру. У нас есть человек, который у меня есть человек, который не делает торговые марки патенты. Вот одну марку мы уже подали на регистрацию, вторую планируем. В ближайшее время подать. Хотя есть там нюансы с торговыми марками тоже. Когда у них prime time, ну, надо смотреть по Америке с восточного побережья до западного, там у них страна тоже не маленькая, идет часовые пояса. Надо просто открыть и посмотреть. Наверное, как и во всех странах, там, я не знаю, как народ приходит с работы. С 6 там, до 10, может быть. Ну, почитайте Америка, Prime Time. Я думаю, будет все понятно. <coughs> Бренд гейтинг, миф или реальность. Я даже не знаю, я, честно могу сказать, уже забыл про то, насколько просто или не просто забанить. Насколько я помню, мне сказали, никакой разницы нет, что есть торговая марка, что есть брендгейтинг, забанят легко. Вот, брендгейтинг в основном дают именно топовым брендам, вот, простым сложно получить. Ну, хайджекеры, насколько я помню, вроде не подкрепляются. Но достаточно часто заходишь, что написано на «Апрув» от этого бренда, и все. Ну, я не дошел до бренд просто не могу ничего пока сказать. У меня торговой марки даже нет своей собственной. То есть, одну вот мы подали уже, там, я не знаю, месяц-три прошло, два. Вот, так что будем дальше. Когда у нас будет торговая марки мы будем делать бренд-контент. То есть, как он там называется? Ну, короче, оформим как... Уже забыл, как называется. Ну, неважно. Красивый дескрипшн, короче. Вот, и все это оформим как положено, и будем смотреть, узнавать у юристов, что с брендгейтингом на Амазоне. Тогда можно будет рассказать уже по факту. Жерард, если сейчас, Герард, если сейчас отправить товар под Новый год, успею по продажам или нет? Абсолютно затрудняюсь, тут надо, не попробуешь, не узнаешь. <кхе -кхе> Есть ниши, и вы можете торговать, собирается над удобными матрасами вот или наоборот елками Карту товара будет своя история вот я запускаю вне зависимости от сезона есть конечно какие-то нюансы на что ты внимание обращаешь но как бы двигаешься в таком направлении что есть товар надо его двигать вот и все и искать поставщиков ну в первой степени Алибаба других вариантов то особо нет там на Global China там и так далее. Опять же, в описании группы в описании группы есть таблица инструментов. Вот, нажимаете. Раздел поставщики. И здесь вот торговые площадки. Торговые площадки, где торговать, а торговые площадки, где закупать. Посмотрите, может, что-то вы не знаете, может, что-то вам пригодится. Вот. Так, давайте последний блок тогда. И, наверное, по домам спать. Если, конечно, есть вопросы. Так, Дмитрий, есть инвестор у тебя, ну или у вашей команды? Нет инвесторов. <coughs> С инвесторами не работали. На данный момент свои деньги никак не, не проинвестируем толком. Вот, не успеваем. Очень много проектов. А, и даже не знаем, что будет. Вот, вот, даже интересно, что будет ровно через год, потому что год назад, год назад, я даже не представлял, что будет сейчас. Вот если будет такой же рост, такие же, да даже хотя бы половина вот, тех дел, которые мы за этот год сделали, от того, от чего оттолкнулись, вот, будет интересно. И до инвесторов дойдем, в принципе. В любом случае, любой бизнес развивается лучше на привлеченные средства, а не на собственные. Вот, но это для того, чтобы привлекать инвестиции, на мой взгляд, нужна действительно серьезная команда, которую я сейчас формирую. Будет команда, которой можно отдать каждый по блоку, потому что мне больше нравится сконцентрироваться на одном, вот и соответственно это долбить и это делать максимально качественно и в этом развиваться. Например, у меня вот мои две любимые темы это <как> выбор товара и продвижения. И на данный момент, к сожалению, я не занимаюсь продвижением вообще. Вот почему? То есть этим выбором товара. Вот я занимаюсь в основном этим как его звать продвижением. То есть в основном спрос на продвижение первостепенный выбор товара, все-таки, когда мы консультируем людей, они делают это сами, мы объясняем а, методологию, но самим выбором это такой творческий процесс, на него надо концентрироваться, очень долго этим заниматься, вот, есть методики, как бы этим заниматься, и я по-любому уверен, что вот сейчас просто сесть мне и отойти от всех дел и заниматься только а, выбором товара, вот, по-любому найду достаточно товаров интересных, а, которым можно заниматься. Последний раз просто до смешного доходит. Я в апреле месяце делал а, а, этот, как его называется, ресерч. А, потому что просто мы никак не обработаем то, что есть. Вот. А, так что, потому что зацепился за один товар, ты начинаешь сразу смотреть нишу и начинаешь сразу смотреть производители или аналоги. Вот. И там огромное количество товаров, которые ты с первого захода даже не заметил. И начинаешь по ним работать. Вот, и получается такая вот ситуация. Вот, так что по инвесторам такая история, все будет в будущем, наверное, вот, тогда будем об этом думать и искать. Вот у меня Никита как бы занялся этим моментом, вот, не знаю уж, как у него там получается, не получается, но в любом случае он уже как бы считает, что он готов. Я не вижу проблем, в принципе, с этим работать, просто на это надо будет время и силы, вот, пока их особо сильно нет. Интересное предложение особо не поступало. А сами не ищем вообще. Так. Какие, Юрий, какие а, изменения связаны с налогами в США? Не знаю. Вот, то, что мы налоги гипотетически должны платить в своих странах на данный момент. Будут какие-то изменения, будем подстраиваться. Для меня лично а, убивало в наших странах одно то есть я не против налогов, наоборот, за. Только за. Но я хотел бы, чтобы все работали в одинаковых условиях. И когда я вижу, что товар стоит столько, если заплатить столько, 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 он не может стоить вот столько. А он стоит. И наводишь на мысль, каким макаром так происходит. Вот, вот и все. Из-за этого, если на Амазоне поменяются условия, или там в Америке для всех, меня это абсолютно устраивает. Я просто свой товар буду торговать, например, там на 20%, на 30% дороже. Вот, то есть обычно американский покупатель или будет тратить больше, или, соответственно, больше, меньше будет покупать. Вот и все. То есть главное, чтобы все были в равных условиях. Для меня, то есть, я вообще не знаю, мы в таких жестких условиях живем, и приспособленность, мне кажется, вообще ко всему. Биткоину я не покупал. Я, честно могу сказать, на Amazon. В прошлом году, как раз. До этого занимался там немножко криптовалютой. Вот. И канал, в принципе, YouTube с этого начинался, конкретно это. Хотя не с этого. Но ну, какой-то этап был достаточно плодотворный. Очень много интересных людей я там встретил. И долго этим занимался. И бросать, в принципе, не хотел. Вот. И было развитие нормальное, но бросил больше не из-за того, что я здесь больше зарабатываю, из-за того, что там тема умирала просто, просто умирала. Из-за этого я как бы и закончил. Но ну, вот так получилось, что здесь развивается. Мне это очень нравится. Я всю жизнь продажами занимался и всю жизнь хотел этим заниматься и в интернете. То есть все сложилось. А биткоин чуть другая тема. Это больше, я не знаю, как назвать, сетевой маркетинг там или какие-то вещи такие. То есть это набирает, набирает, набирает людей. Мне это не очень нравится. Ну, мы просто больше общались. То есть какая-то там была рефералка. Но это не то. И меня вот <coughs> я как раз в Amazon вложил, по-моему, там 0,6 или 0,8 биткоина я продал, по тем временам было удвоение в прошлом году, в июле месяце он был 700 долларов всего стоил, по-моему, что-то такое, там пик был, и когда я продавал конца конце августа, я чуть ли не за 500 там, долларов его продавал, 600, что-то такое, вот я первый в товар вкладывал вот такие вот там биткоины, там всякую такую фигню, то есть, как это сказать свободное средство, которое не страшно вообще потерять, вот, от Clash of Clans помню, аккаунт продал, там, ну, такие просто, вот, в интернете, что заработал, вложу в, думаю, вложу в этот проект, посмотрю, здесь как, вот, ну, вот так, вот так получилось, а, сейчас биткоин, там, я сегодня 8 тысяч, вот, то есть, был бы пятак, а так, 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 у меня осталось со старых времен еще реферал капает всяких фрик биткоинов и так далее, кранов, и у меня там что-то, Сегодня смотрел, 600 долларов, что ли, осталось. 5 миллионов у меня, по-моему, что-то Сатош. Да с криптовалютой, конечно, рискованно. Ну, надо понимать, но это любой биржевой продукт. Вот. Я изучал, как бы, эту тему потихонечку. Я не любил майнинг, мне не очень это нравится. Вот. Ну, по те временам. А, Сейчас-то совсем вообще картина глобально поменялась просто. То есть, я сконцентрировался исключительно на Амазоне, от крипты вообще ушел. но мне какая-то вот рефералка капает потихонечку. Вот там, там, а, даже эти микрокошельки там закрылись, то есть многие, вот даже Faustbox там закрылся, то есть, ну изменение, то есть там глобально было и на тот момент это когда криптовалюта была не, не самая <coughs> недорогой, а сейчас просто какое-то вообще что-то там невероятное происходит, что будет дальше я не знаю. Я просто у меня там есть вот это вот количество а, Сатош а, что с ней будет дальше, ну продам чуть попозже. Так что руки дошли. Раньше единственную базу можно было бесплатно увозить Сатош. сейчас опять надо им там комиссии платить. посмотрим, что будет дальше. Дмитрий, какие условия у Никиты для инвесторов, если он продумал и озвучил? Есть, да, посмотрите на канале видео, вот, как он там предлагает поработать. Не знаю, то есть он мне, когда я последний раз увидел, он сказал, что все, все, все инвесторов набрали достаточно, вот. А, я так понимаю, у нее там больше кризис именно товаров, а, потому что это просто действительно такой адский труд вот этим всем заниматься постоянно. То есть есть деньги, надо товары искать, товары нашел, деньги надо искать. Но вот это постоянный круговерть Вот я пока туда не влази, потому что чуть-чуть другими вещами занимаюсь. Ну, опять инвестиции, инвестиции мрозь на самом деле. Вот, из-за этого тут все, все по-разному. Так, Юрий. Не замечаешь ли увеличение общего количества продавцов? Не знаю, даже не обращал на это внимания. Вот, ну идет работа как бы. Это из той серии, что вижу цены, не вижу преград. Какая мне разница, сколько их? Я вижу по трафику, бывает, вот именно продажи, например, растут. То есть в среднем на этой странице было 10 продаж, стал 20. И мне, соответственно, придется не 15 раз сделать, а 25. <coughs> а больше или меньше продавцов, а, количество а, топ-16 же не меняется. А, ну, на YouTube-канале посмотрите, пожалуйста. Там на Никиту а, видео. Просто видео, плейлисты. Даже не надо заходить, просто видео. Сейчас мне чуть неудобно, хотя можно, в принципе, зайти на это. Я так понимаю, это вот этот видос. Подключай. Я уже, честно могу сказать, не помню. Скину сюда. Как картинки, как хайджекер заменил картинки на свои. Ну, вот на меня, когда напали, они меняли еще и буллеты, и description. А, то есть они могут чего угодно делать. Вариации прицепляют, из других категорий, под категории, прицепляют другие чужие отзывы. То есть много всего. Вот. Технически, я лично не знаю, я не техник. Есть люди, которые это умеют делать никаких проблем особых нет у них. Вот, а я пользуюсь их, ихими услугами. Да, то есть я тоже опупел. Когда я утром просыпаюсь, у меня был 5 звезд, стал 3,5. Смотрю, мне 51 звездочных отзывов прицепили. Ну, может быть, не все однозвездочные, но вот примерно в таком контексте. Вот, убрали мне description, bullet, и я даже не знаю, что сделать. Так что, ну, это вот называется уже чернуха. То есть, это уже черная конкуренция такая. То есть, я рассказываю о сером, то есть, я как бы в этом работаю. Вот, о таком жанре, так скажем. А есть люди, которые под черной работают. Так, думаю, на сегодня достаточно. Все, кто был, большое спасибо. На лайвах сегодня даже там под 100 человек почти было без анонса, без всего. А, стараюсь максимально дать полезную, полезную информацию. Вот Если какие есть интересные темы, пишите, буду рассматривать, приглашать на друзей своих. Вот, просто реально сложно а, придумать постоянно какие-то тематики, потому что я с января месяца веду эти лайвы. Два раза в неделю, понедельник, четверг, 21.00. Раньше 20.00, теперь 21.00. А, именно для того, чтобы люди просто привыкли, автоматически приходили на них и все. И не обязательно совершенно делать а, анонсы. Вот. А, Анонс я делаю, естественно, для приглашенных гостей в первую очередь. Вот. А сам закатыкаю дырки, когда никого нет. Вот сегодня мне вот а, интересные товарищи обратились а, с программами очередными. Посмотрим. На следующий четверг вот мы договорились, посмотрим, расскажут о своих программах. Может, они нам будут полезны. В любом случае, они нам точно дадут скидки. А, и в любом случае, можно будет посмотреть, поработать. Чем группа будет больше, тем больше мы сможем потребить контента, тем больше нам надо давать будут просто эти скидки и все. Вот, мне кажется, это так. В принципе, все тогда. Всем удачи, всем пока. Спокойной ночи или там. Доброго дня всем. До свидания.